Цель вхождения в тридцатку развитых стран остается для Казахстана одной из актуальных. По словам главы Совета общенационального движения «Казахстан-2050» Мухтара Манкеева, для этого у республики есть все предпосылки, так как Казахстан давно зарекомендовал себя как стратегический партнер для многих стран. Задача стоит в практической реализации ряда инструментов, которыми мы уже успешно владеем. Работать мы должны по семи основным направлениям. Четкие направления, они отражены в стратегии «Казахстан-2050». Об этом уже Елбасы несколько раз говорил. И сегодня, я думаю, что над чем, если мы думаем продолжать активно работать, практические достижения, это в первую очередь обеспечение развития Казахстана как социально ориентированного государства. И второе, это, конечно же, обеспечение развития малого и среднего бизнеса. Мы должны понимать, к чему мы стремимся, мы должны видеть, на какие ключевые показатели мы должны сегодня идти. И, конечно же, мы должны понимать, что те топ-30 стран, которые уже там, они для нас должны быть, во-первых, как для бенчмаркинга.